например, съездить на отдых в страны, где тепло. Ну да, например, в ту же Черногорию. Найти работу мечты. Ага. Возможно, за пределами Перми. Найти новые источники дохода. Что-нибудь запланировать? Очень хочется на пенсию побыстрее. Хочу развить свой бизнес вот, в области высоких технологий, электроники. То есть есть задумка, надеюсь, все реализуется. Вот, как бы это основной план. Чтобы у меня внук закончил начальную школу и пошел дальше учиться, он кадет. Пока нету, у меня детей воспитывать, планы. Я хочу купить машину, и поэтому пошла учиться на права. Работа, отдых обязательно. Ну, радовать себя какими-нибудь сюрпризами. Ну, наверное, так далеко загадывать не надо, надо дожить до этого замечательного 2020 года. А там будет видно, купим мы машину, жилье, появятся ли у нас дети, может, выучится кто-то.